Всем доброго времени суток, я приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу продемонстрировать вам три самые лучшие работы, три самых лучших мастер-класса за предыдущий месяц. Так, к вашему вниманию представляю следующий. Итак, первая работа выполнена венецианской штукатуркой торговой марки Pedal. Это полупрозрачный материал для внутренних и внешних работ. Первая работа выполнена венецианской штукатуркой в хаотическом стиле под названием Мздра. Работа состоит из четырех одинаковых фрагментов, расположить которые можно как вертикально, так и горизонтально. На работу было потрачено менее 1 килограмма материала. Цветовая гамма и палитра была выбрана хаотическим путем, путем остатков чего-то цветного. И дабы это просто так не выбрасывать, мною было принято решение использовать его с умом. Вот что получилось. Вторая работа опять же была выполнена декоративной штукатуркой торговой марки Vital Structure Putz Mini. Перед началом работы поверхность была хорошо прогрунтована адгезионным грунтом с мраморной крошкой торговой марки Vital Stretch Putz, а также принимали участие металлики антрацит и серебро. Работа выполнена под мрамор и имеет эффект расчески. На работу было потрачено менее 1 килограмма материала. Работа выполнена в двух цветах и имеет окантовку серебристого металлика. Расположение рисунка вертикально или горизонтально. Третья работа была выполнена все тем же материалом, это Structure Putz Mini торговой марки Vital. Основной фон имеет синий и голубой оттенок. Рисунок выполнен в стиле 3D и имеет только вертикальное положение. В работе присутствуют также металлики, серебро и золото торговой марки Vital. Вот такой вот коротенький ролик получился. Всем большое спасибо за внимание. До скорой встречи. Я не прощаюсь.